И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, как всегда, отличное настроение. Сегодня мы играем в Roblox, режим у нас FNAF 6, ролеплей. Димочка, здоровайся. Всем привет. Если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. Тут вообще, ребята, смотрите, много аниматроников, тут да всего все, куча. Все-все из шестой части, плюшевые маленькие, большие, тут вот Молтон Фредди, Скрабэби, Афтон, вот он Афтон, если что, вот он улыбается тут. Вот он, какой красивый. Ого, свет вырубили. О, Димас, ты тут? Красивые картинки, да, на стенах? Классно сделано. Да, с душой. Короче, пошли в пиццерию? Да, я вот себе выбрал уже одежку. Буду я тоже, я буду фиолетовым челиком. Так ты нажми на одежку. На стенд внизу, видишь стенд? А, внизу? Там пальчик внизу, все. Да, 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 да. О, о, Димон, все, я фиолетовый челик, а ты обычный охранник. Погнали. Полетели. Воу, давай, Дима, на тебя жду. А я-то что зайти не могу? Что за фигня? Тебя не пускают, что ли? А, вот пустили. Ты так ногами классно дрыгаешь. Немножко какой-то глючный режим, мы даже меняли сервера и все равно пингуют у всех. Ну, походим. Да, все равно режим очень классный, поэтому надо его вам показать, рассказать все, что здесь находится. Заходи сюда, Димон. Захожу, все, залетаю. На второй этаж можно. Ого, тут плазма, неплохо, так, 42 дюйма точно есть. Так, сейчас у нас 7 утра тут показывает на часах у Димасика. А вообще час 50 ночи. У Димаса всегда выходной, как говорится. Так, у нас тут Фокси в роли повара. Он что-то приготовит, наверное. Фокси, готов нам. Он уже ушел. Он уже испарился. Он обиделся. Ладно, пошли этот, следующий домик. Они, наверное, все одинаковые. А ну-ка здесь. Да, все одинаково внутри. Идем тогда в саму пиццерию, пошли. Так, ну что, пойдем. Машины крутые стоят, да, здесь с виноформы. Ламборгини, наверное, Порше, сразу видно, крутые. Да, тачки здесь такие крутые вообще. Ну, ядреные, так сказать. Какой-то стрёмный очень аттракцион. Очень стрёмный. От первого лица лучше не делай, это вообще жесть какая-то. Ну нафиг. От первого лица. Диман, я в пиццерии. Ого, так, тут темно. Тоже. Подожди, фонарик. Ого, тут без фонаря вообще ничего не видно. Как круто. Вот это интересная из-за того, пиццерия. Что ночь? Это из-за того, что ночь, Димас, началась, да? Наверное, потому что тут так вообще я же охранник, ничего не видно. А ты тоже какой-то человек. Поэтому мы должны охранять эту пиццерию. Все, охраняем пиццерию FNAF 6, погнали. Ой, это что за клоун? Ух ты, блин. А это мусорник, Димас. Это подчиненный ты... наш. Человек-мусор. О, аниматроники, вы что тут стоите? Здесь они тут хавают стоять. Всех людей. Че такое-то стрёмно, у него челюсть шевели. Это они так разговаривают, типа? Я не знаю, где ты даже спрятался. Короче, я за рабочим столом нашим стою. Так, я иду к тебе. Вот ты. Солнышком. Я тоже О, иду. О, здесь эти аниматроники дрыхнут, короче, смотри. Они тут спят, у них тут это совещание какое-то. Видишь, Димас? Подожди, я тоже на сцене солнышком, но у тебя нет, значит, тут их тут несколько. А там за сцену надо зайти. Назад сцены? А, вот я тебя вижу. А, видишь, тут несколько сцен. А что я аниматроника взял? Да, ты теперь аниматроник крутой. А что, ты не хочешь? Смотри, что я могу делать. Я типа переоделся в аниматроника, а на самом деле это не аниматроник. А, это костюм? Это костюм, смотри, я могу вылезти из него, походу. А, ну-ка. Вылезай давай, чувак, вылезай. Видно, костюм очень плотно сидит, и ты не можешь очень. Вылезти. Ты, я говорил, не ешь много пиццы, ты... Я буду жрать всю пиццу. Как мне выйти из этого костюмчика? Ладно, буду в нем ходить. В нем прикольней. Ой, это Молтон Фредди, я так понял, да? Да. Проволочный челик. Иди сюда за мной. Я, в общем-то, видел какой-то генератор. Может, пошли. Мы свет сможем включить. О, я знаешь, кем буду? Я, Димон, будь ты Лефти взял. Я буду Фокси. Я не Лефти. Все, Димон, я Фокси? Взял. Да, ты Фокси. Отлично. О, мне такая терка бака слева красная высветилась. Как убрать? Не знаю. Рокстар Фокси, да? Или нет? Димон, где кухня? Идем кухню искать. Кухня? О, Скрабэби на входе. Я ее вижу. Ого, ты стрёмная. Да ты чё? Зачем ты так пугаешь людей? А, подожди, вот. Это не Скрабэйби, а Скрабэйби. Да, она сейчас сожрёт нас. У неё шупальцы здоровые.
Щупальца. Так мы ее кенты, что она нас сожрет? А? Мы ж ее кенты. Кенты ее, точно? Ну мы же аниматроники. И что? Это ей не помешает, нас съездим, если честно. Так, а, вот, тут еще какой-то проход есть, который закрыли. Идем. Случайненько. Закрыли. Да, его закрыли. Походу, в этой пиццерии нету кухни, Димас. Да должна быть. Они готовят все так, Димас, просто. Заказывают. Я нашел. Где? Вот, иди сюда, где ты? А где я? Вернись назад, где мы были. Вон, я тебя вижу, иди сюда, заходи, вот я. Вот, заходи. Кухня. О, это кухонька. Кухонька. Тут знаешь, сколько можно пиц сделать за один час? 4. Нет, 3. Не работает, да, одна плита? Хорошо. Так, а у нас тут что? Ты куда полез? Полка, я на полке. Так, я выхожу. Мы тут аниматроник спрятался. Ой, человек спрятался. Решил от нас убежать, в общем-то. Так, кухню нашли. Что еще мы должны найти? Игровые автоматы есть, сцены есть. Парковка есть. Вот продавец игрушек у нас тут. Вот Фокси есть. Шоурумен есть тоже. Погнали на улицу, Димас. Пошли. Вот почему на улице день, а мы какой-то жопе находимся? Я выключаю фонарик и вообще убираю звук. Давай, может, сбросимся, чтобы вот эти кабаки слева не светились? Да, давай сбросимся. Сбросимся. Это звучит, конечно, не очень. Нормально. Нормально, да? Ну так, давай, чувак, долго. Оживайся уже. У тебя тоже долго, да? Да, очень долго. Все, я сбросился. Капец, оно очень долго. Так, Димон, куда идем? А тут одна пиццерия или подожди? Идем сюда, посмотрим еще. Короче, знаешь, что я возьму? Лефт я возьму. О, так, Димон, подожди, тут не одна пиццерия. Ой. А, не, подожди, это не то. Я лефти взял, Димас. Я понял. Лефти, ты куда бежишь? Ты меня видишь, я прыгаю. О, я присел. Я лефти приседаю, ушник. А, вот я тебя вижу. Чё я на крышу какую-то забрался? Это ты? О, смотри, Димас. Я вижу, ты стоишь, шатаешься. Ну сейчас вот классно сделали анимацию, Димон. На работу. На работу, на работу-то, на робота ты похож. Движения такие роботизированные. Тын-тын-тын-тын. Так, как Димон, смотри, что тут слева. Ты был здесь? А, это паркур. Во всех пиццериях такое есть. Димон, ты нубище, как и я. Сейчас я пройду. Я пройду, Димон, я пройду. Нет, Димон, я не пройду. Сейчас еще раз, ребята, попытка у меня будет, потому что первый раз я же не знал, что здесь. Первый блин комом. Что за говно? Так, ты за лефти опять идешь туда? Нет, просто за чобриком. Я вижу, Димон, как ты паркуришь. Прощай, Димон, ты был хорошим человеком. А если я до конца дойду, что мне дадут, как думаешь? Давай смотрим вот туда направо, смотри. Ой, куда мне ты пыхнула? Меня толкнули, что ли? Короче, я опять умер. Но я уже больше туда не полезу. Что-то мне там не нравится. Так, короче, я ты пыхнулся в ту же самую пиццерию, где мы были с тобой. Только я на улице. Хорошо. А может, другую пиццерию тут можно телепортироваться или нельзя? А ну давай проверим, там еще есть дверь направо. Сейчас сходим, давай все проверим. Я сейчас как раз таки туда и захожу. Стой, не... подожди меня. Хорошо. Ой, что-то я лысый стал. Так, тут все чуваки на одном месте шагают. Интересно, почему? Иду. Так, Диман, все, заходим. Залетаем. Вот говно. А, работает. Ого, тут еще куча всего. Как работает, я зайти не могу туда. А подожди, сейчас оно тпхнет, вот. О! Видишь? Да, вижу. А что такое здесь за шляпа? Фортуна, что ли, какая? А, это для доната. А как? А, типа для донатера. Донатеры могут таких аниматроников, да, брать? Димон, в желтую дверь идем или нет? О, это что-то такое зловещее, погнали. Сейчас тпхнет нас в лобби назад, вот и все. Да-да-да, тэпнул обратно и все. Ну сходим еще давай сюда, в эту пиццерию, по улице прогуляемся. Так, по уличке хочешь? Да-да-да, тут классно все сделано. Так, во, я... Ого, ты быстро выбежал оттуда. А я тут хочу на тачках покататься, вон тут классные тачки. А что, можно поесть? Да нет, на них нельзя ездить.
Давай, Диман, нельзя, заводи, да? Я тут сзади держусь. Вон, там дальше, в общем, еще есть, смотри, дома там есть еще. Пошли, дальше. Пошли, вижу. Пойдем посмотрим. Вот это мы с тобой притопили, должен дым идти из такой скорости. О, смотри, сюда можно зайти. Да. Блин, они все внутри одинаковые, что за говно? Я, кстати, могу там в окно увидеть, но не хочу. Вот, тут не должно быть одинаково. О, Димон, здесь по-разному, идем сюда. Давай. О, здесь как бар, и смотри, можно смотреть фильм про аниматроников. Чика, смотрите, какая уродливая. О, кто отключил? А, все заново началось. Так, короче, они знакомятся. Да, привет. Опа, Бонни играет на гитаре. Поиграл такой. Чика говорит, давайте жрать. Бонни. Фредди говорит, давай. И конец. Всё, вот ну, эта история закончится. Замечательная. Для вас. Крутой. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.